ЕНТ шагает по стране. К самому главному экзамену в своей школьной жизни сегодня приступили чуть больше 27 тысяч выпускников, а за неделю через пункты тестирования пройдут более 92 тысяч без 5 минут абитуриентов. На всю процедуру отводится 3,5 часа, а результаты будут известны уже сегодня после 6 часов вечера. Ни формат ЕНТ, ни пороговый балл в этом году не изменился. Подробнее расскажет моя коллега Шолпан Иманбаева. Сегодня выпускники казахстанских школ приступили к сдаче единого национального тестирования. В этом году сдать ЕНТ предстоит 92 тысячам выпускникам. Из них более 27 тысяч узнают свои результаты уже сегодня. К слову, по Казахстану будут открыты 155 пунктов сдачи ЕНТ. В Астане ЕНТ проходит на базе Евразийского национального университета имени Гумилева, Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина и Казахского гуманитарного юридического университета. Удачи вам! В текущем году формат ЕНТ не меняется. Всего ЕНТ в Казахстане будет проходить неделю. До 30% заданий по отдельным дисциплинам были обновлены. И плюс к этому проводилась активная информационная работа. Очень большая ответственность и очень большие возможности. Мы желаем нашим выпускникам, чтобы они действительно успешно сдали этот тест и получили те заслуженные оценки и в будущем те достойные учебные заведения, где они могли бы учиться. Уже известно, что в национальные вузы пороговый уровень для участия в конкурсе на поступление составляет 70 баллов. По направлению общая медицина 55 баллов. Во все остальные вузы проходной балл на платное отделение 50 баллов. Сегодня ЕНТ проводится в более чем 60 пунктах. И апелляционная комиссия уже приступила к своей работе. Шолпан Иманбаева, Есбол Жамшитов, Астана.